первым делом я хочу сказать, я понимаю. Понимаете что? Школа. Камала? Камала. Еще одна футболка Мстителей. Мила. Она думает, что я какая-то чудила. Ты и так чудила. Мальчики. Прости. Да. Ты на моей рубашке. Прости. Но ты таращишься в окно на свою маленькую страну фантазии. Камала, эй, уже? Опять? Ну же, хватит. Мне нужно все свое будущее определить до обеда или типа того. Marvel представляет. Возможно, они правы. Я провожу слишком много времени в своей стране фантазии. Это не ты. Это правда, это не смуглые девушки из Джерси-Сити спасают мир. Это тоже фантазия. В июне. С тобой что-то случилось? Нет, почему? Ты что-то слышал? Камала. Как ощущения? Космические. Будущее. Я всегда думала, что хотела такой жизни. Но я никогда не представляла ничего подобного. В ее руках. Знаешь ли ты, кто ты такая? Я супергерой. Мисс Марвел. Смотрите в озвучке Flaro Films.